Как только Борис перехватит шайбу, игра будет остановлена. То есть Металлург должен вот сейчас этим временем воспользоваться по максимуму. Понимают это магнитогорцы. И доводят дело до броска. И забивают. Денис Зернов. Гол. 2-1. Победа Металлурга. И важнейшие очки заработаны в матче против Бориса. Серия из двух поражений командой Ильи Воробьева прерывается. Ну и довольное и лицо Дениса Зернова. Говорили мы, что он набирал очки в трех последних матчах. Все это было, были результативные передачи. Вот сегодня его бросок приносит победу магнитогорскому «Металлургу» в овертайме.